Всем привет на канале ВОЗ Филейка. Сегодня у нас воскресенье. Занимаемся мы гаражными работами. Решили после обеда сходить все-таки навестить топтышку. Дядя Саша тут вчера над крылом поиздевался немножко. Подшкребал шпатлевку. Значит, что мы сегодня делаем? Мы сегодня выставляем кузов на подушки, болты, и вешаем дверки. А потом все вот это вот дело дружно обвариваем. Ну, еще под масляный фильтр тоже надо будет вырезать. Там Саня говорит, где-то цепляется. Вот такие вот дела. Петрович ампутировал кожух. Где-то во что-то упирается. Упирается вон, Саша, в масляный в этот стакан. Ну, да. Не сильно загнет. Вот, масло еще не доходит. Упирается снизу. Он в болты, вон. Видишь, вот этот болт. Надо вырезаться еще вот так вот, наверное. Давай нахрен ее вообще вырежем. Потом наварим, как нам надо, блядь, форму сделаем. А? Он тут вот смотрел, видишь? Там начинает опираться. Говорю, давай вот эту вот полку нахрен вырежем ее, к чертовой матери. Потому что надо дохуя наваривать всего будет. Вот это вот тоже, наверное, придется еще больше вырезаться. Ну и это можем вообще обрезать, вырезать. Потом, блядь, с квадрат трубы ее просто выгнуть как нам надо, да и все. Так. Давай-ка сейчас вот это вырежем. Вот это вот. Так. Дай-ка эту. Круг наводим. Смотри, взяли бы вот это вот так вот нахрен, обрезали, подняли как нам надо, вот эту вот часть, вот эту, подняли как нам надо и обварили. Тут этим уже ничего не мешает с этой стороны. Ну там один хрен еще, Саша, и масляный резать, под масляный надо будет резать. Потом вырежемся, окажется, что еще глушитель мешать будет. Потом под рулевую тоже подрезаться. Руль придется сюда вот срезать. Это, наверное, мешать мне не будет. Сюда фильтр будет упираться. Ну-ка, дверь, пример, как он? Пошел, пришли или не пошла? А? Примерка, дверка. Короче, загвоздка в чем? В том, что сейчас вот в этот вот проем не влазит вот эта дверь. А мешается все там где-то. Давай нахрен полку эту срежем. И что ты эту полку срежешь? Не его, не, вот эту вот нахрен. Так вот нахуй. Так. А потом мы печку поставим, пойдем с тобой. А потом будем примеряться. Чего?
Ну обрезать эту хуйню всю лишнюю, блядь. А у печки потом скос сделать. Короче, вырезаем полку. Что, справляем траблы с дверями. Вот какой у нас замечательный уазовский зазор получился. Прям палец залазит. Ну, одну дверку вставили. Зазор уазовский, нормальный. Сразу немножко их поприхватывали. Ту же самую операцию будем делать и с другой стороны. Там сейчас Саня стопор замка будет срезать. Собачку срежет. Дверьку тоже поставим. И будем потихоньку обваривать низ. Так, ну что. Сегодня работу закончили. Вот. Дверки поставили. Две. Прихватились, смотрели на зазоры. Вот. Короче, мы его слепили из того, что было. Не машина, а конструктор. Двигатель практически в салоне. Зимой будет тепло. Тепло и красиво. Обошьемся. Да. Видно, не видно, черт кто знает. Ну, короче, вырезали все к чертовой матери. Двери поприхватывали, позакрепляли. Тут тоже, тут в порогах завтра купим квадрат трубу. Ставим в порожки, усилим. И двери задние принесем. Да, поставим двери. А потом будем варовать кузов здесь. Крепиться. И все. Затем все кузову. Будем зашивать морду. Зашьем отсюда морду всю эту. Подумаем. Рулевой, наверное, самый последний уже ставим, когда поставим педали и все остальное. Потом будем смотреть, где будут у нас карданчики висеть. Зашиемся. Тут тоже зашием это. Так как нам надо. С минимальной зорной печкой будем смотреть. Как-нибудь. Хотя, в принципе, печка, оно же тянет, видите, отсюда, сейчас печку тянет, и тупо повесить. Это тоже. Ну. Даже если сюда подадим, мне ничего страшного. Да насрать, с эти кулисы подрежем. Вот эти просто продлим сюда. Кулисы подрежем. Да, ничего страшного не будет. И все зашьется. Листы положатся, листы такие цельные, лист выложится. Так вот. Тут загнется. И сюда вот так вот. На второй хвали протянется, наверное, да. Больше мне незачем тянуть. А снизу распорки. Под низу самого. Ну, такую вот херню, как я там с этой стороны сделал. Такую. Тогда же можно трубу взять. И трубу 15-ку такие положу. Тогда же смысла там не будет. Стоит оно на раме, хер ее не возьмет. Да, ну и что, вход будет же задняя дверь. Заварим нахер все. Ну а что? Нормальная дверь такая широкая. Для крупногабаритного груза. Какун, блядь. Зашел. Вот он как. Да,
хера ли сделаешь? Ну, вот оно получилось. Вырезали. А ты знаешь, Дима, сейчас вот вырезали это, подрулевать. Смотрю отсюда. Даже спустить туда. Да все нормально мы вставим. Ну, подожди, вот. Смотри, как оно стало хорошо. Лишь бы промпом. И лап не надо ничего трогать. Нет. Руль сам последний этот. Самое последнее дело. Так, ладно, похерачили домой. Все. Всем счастливо. Всем пока. Через неделю видео вылаживаем. С вами был Дима и Саша на канале у вас Вилейка. Всем счастливо.